10 сентября 2023 года показываю приобретение такое вот. Похож, конечно, инжирчик на Sakura Black. Но для Sakura Black, конечно, фиги не особо крупные. Но это не Sakura Black. Sakura Black в другом месте мне еще есть. Чего показываю, очень вкусный. И не лопается, совершенно не лопается инжирчик. Трещинок на нем пока не видел вообще. Очень вкусный. По побегам очень похож на крымский черный, когда без листьев. Ну а когда листом, конечно, различается. Сейчас покажу нагрузочку. Пригрузил я его двойными побегами, прочеканил его. То есть он пока только-только начал себя показывать. Фиги, конечно, маленькие. Вот двойные побеги и вот такая нагрузка ему на этот год всего лишь. Особо я на него не рассчитывал. Сейчас сниму. Метр высотой он. Но то, что будет очень вкусным, я даже не ожидал от него. Но когда попробовал, однозначно, это один кустик у меня будет такого. Однозначно держу, потому что он и на вид симпатяга тоже такой. Вот, для мелкого инжира он очень симпатичный. Сейчас сниму, взвешаем, сколько ж будет весить. Инжирчик с размером с Браун Турки. Но по красоте, конечно, он его превосходит. И по вкусу тоже. Сейчас покажу. Сейчас взвешаем. Покажу, что внутри. Весы уже по нулям. 36 грамм инжирчик. Я думаю, для такого возраста его наберет запас древесины, хороший уход, грамм на 50 такой инжирчик будет со временем. А это уже для такого вкуса, как у него, уже неплохо будет. Снизу похож на Браун Турки, сбоку похож на Sakura Black. Внутри отличается от Браун Турки структурой мякоти. А более зеленые фиги сейчас покажу. На них есть ребрышки. Инжир ребристый такой. Ребристый. Ребрышками. Сейчас попробую, расскажу, что представляет собой на вкус. Шкурка довольно-таки мягкая. Инжирчик сладкий, сладость равномерная. Можно сказать, вкусы разные, чем у крымского черного. Крымский черный тоже по-своему вкусный, а этот инжирчик тоже по вкусу они наравне с крымским черным, по вкусу, я думаю, они наравне. Поэтому я его один кустик буду держать. Особенно буду обращать на то, что внимание, будет он трескаться при поливе, например. Вот если я его хорошо полью, будет он трескаться или нет. Если не будет, то однозначно это он останется у меня в коллекции. Вот.
решил показать, потому что чем есть возможность показать его, поэтому решил показать. До новых встреч!